Снова первый белорусский экипаж стал лидером во втором заезде индивидуальной гонки танкового биатлона. Нашим военным удалось улучшить общее время прохождения трассы на 10 секунд. И сейчас сборная входит в пятерку сильнейших. 22 минуты 15 секунд понадобилось нашему экипажу, чтобы преодолеть 4-километровую трассу. Скорость, которую развивала наша машина на отдельных участках, превышала 60 км в час. Чуть хуже, чем ходовые качества, у наших танкистов была меткость. Два промаха вылились в два штрафных круга. Самая трудная мишень из всех, которые ездят, это ПТУР, потому что она мало заметна. Ну, это как бы для командира считается. Ну, для механика больше всего прохождение, конечно, самой трассы, прохождение, я так думаю, МВЗ, потому что больше всего за них даются штрафные площадки. Ну, а для наводчика стрельба по пулеметной мишени. В этот раз минно-штрафное заграждение наш экипаж прошел, не задев его, а также чистоколейный мост и гребенку. А вот вопрос преодоления эскарпа, противотанкового заграждения, оказался спорным. Предварительно судьи посчитали, что препятствие пройдено с ошибками и добавили 40 секунд штрафного времени. Система видеоповтора позволила снять первоначально неправильно начисленное дополнительное время. Следующий заезд индивидуальной гонки наш экипаж проведет 4 августа. Набравший наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки выходят в полуфинал этапа эстафета.